Земля, на которой расположился дачный строительный кооператив имени 12 декабря, когда-то принадлежал купцу Дмитрию Расторгуеву. В 1911 году он здесь основал дачный поселок Павловский, который имел даже свой устав. Были правила содержания сточных канав. Было не дай бог кто-нибудь там куда-то мусор свалит. Вячеслав Михайлович, как и все жители кооператива, большие патриоты своего дачного сообщества. У нас скопилось довольно-таки много фотографий по старому Расторгуеву. Этот вот архив фотографий старого Расторгуева позволил нам насытить наш сайт такими историческими материалами. Увидев этот сайт наш, внучатая племянница Расторгуевых, она позвонила мне, сказала, что она очень удивлена, что вот такой сайт есть, хороший сайт, и хотела бы встретиться, потому что она располагает материалами, которые позволили бы улучшить не только сайт, но вообще познакомить наших жителей вот Расторгуева с своей семьей. Юлия Александровна, внучатая племянница Дмитрия Алексеевича, передала в историко-культурный центр материалы, рассказывающие о большой семье Расторгуевых. О купцах Расторгуевых мы знали, потому что поселок Расторгуево известен, это часть нашего города. Вот, но информации было очень мало. Родоначальником династии Расторгуевых был Дмитрий Иванович, 1908 года рождения. Он со своим сыном Алексеем основал фирму по продаже кондитерских изделий и чая. А затем у Алексея Дмитриевича, мы об этом не знали, родилось 11 детей. И вот один из этих детей, Дмитрий Алексеевич, старший, да, он как раз и был тем человеком, который основал здесь у нас станцию Расторгуева. Богатый материал о большом семействе Расторгуевых позволит больше узнать об истории нашего края. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.